окрошка на кефире и газированной воде. Ингредиенты: 4 средних картофеля, 4 яйца, 5 огурцов, 150 грамм салями, 220 грамм редиса, 2 пучка зеленого лука, 1 пучок укропа, 1 литр кефира, 900 миллилитров газированной воды, соль, уксус по вкусу, сметана для подачи. Приготовление. Сварить картофель, остудить, очистить и порезать небольшими кубиками. Яйца сварить вкрутую, промыть под холодной водой, очистить и измельчить. Огурцы мелко порезать. Один огурец и редис потереть на терке. Салями порезать небольшими кубиками. Лук мелко порезать. Часто посыпать солью и потолочь. Сложить все ингредиенты в большую кастрюлю. Налить холодный кефир. Добавить холодную газированную воду. Посолить, добавить уксус по вкусу, перемешать, остудить.